Привет! Меня зовут Оля Судорогина. Я приглашаю посмотреть на историю, которая у нас получилась, вдохновившись поэмой «Если» Рэдьярда Киплинга. Поэтому, поехали! О, если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг. Если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым тебя не назовешь. И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она, и будешь тверд в удаче и ненастье, которым в сущности одна цена. И если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и, потерпев крушение, можешь снова без прежних сил возобновить свой труд. И если можешь все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и вновь начать сначала, не пожалев того, что приобрел. И если можешь сердце, нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы, и только воля говорит «держись». И если можешь быть в толпе собою, при короле с народом связь хранить, и, уважая мнение любое, главы перед молвою не клонить. И если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег, тогда земля твое, мой мальчик, достояние, и более того, ты человек.